Меня зовут Полина, и я волонтер в Кожуховском приюте для животных. В нашем приюте около 3000 собак. Приют разделен на 4 сектора. Я волонтер сектора Б. Мы приезжаем в приют каждые выходные, гуляем с собаками в больших выгулах, на поводках, социализируем их, ну и, конечно, дарим их как можно больше любви и ласки. Сейчас мы взяли на прогулку Рыжика. Рыжику около 5 лет. Он очень веселый пес, и он очень любит, когда его гладят. Если ты не обращаешь на него внимания, он обязательно напомнит тебе о себе. Например, Рыжик дает лапу, если считаешь, что ты недостаточно его гладить. Рыжик, дай лапу. Давай. Ты мой. А вот это Черри. Черри еще не до конца научилась доверять людям. Поэтому, когда она гуляет, она жмется к забору, она боится любого звука. Но мы стараемся регулярно с ней заниматься и исправлять это. У нас есть специальный курс у нашего одного волонтера, ездячка в суперпса. И вот такие, и даже еще хуже, собаки дикие социализируются и становятся настоящими друзьями по жизни. Все у них замечательно. Заново учатся доверять людям.